доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Работа вахтой. Осинское УТТ приглашает для работы на объектах ПАО «Газпромнефть» в районе города Оренбург. Машинисты в ППО, крана автомобильного и экскаватора, а также водители категории «Д». Оформление по Трудовому кодексу, зарплата при собеседовании. Телефон 8-982-439-27-70. Акционерное общество «Почта России» приглашает на работу в городе Оренбурге и Оренбургской области водителей, почтальонов, операторов, кладовщиков, грузчиков и бухгалтеров. Подробности по телефонам 8-932-841-95-11 или 8-932-533-39-02. В компанию «Галант» требуются дворники. Телефон 8-922-822-52-24. Требуется сторож. Район «Маяка». Телефон 8-901-822-75-27. Приглашаем швей для пошива текстильных сумок. Оклад от 33 тысяч рублей. Телефон 8-922-849-08-19. Требуется начальник производства, окна ПВХ. Заработная плата высокая. Телефон 92 12 20. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96 36 16. Приглашают на работу швей с опытом и без опыта работы. Телефон 54 08 70. Требуется водитель на автобус ПАС «Развозка». Телефон 90-37-01. Требуются строители-отделочники. Работа в Оренбурге. Зарплата высокая. Телефон 93-59-88. В автосалон требуется уборщица и дворник. Звонить 43-73-73. Требуются водители для перевозки опасных грузов по месторождению на КАМАЗ 43-108, а также машинисты на ЦА-320, ППДУ, трактор Б-170 и К-700. Условия: проживание в жилых вагонах, столовая, баня, сушилки. Официальное трудоустройство. Работа в 50 километрах от Оренбурга вахтой по 7 дней. Телефон 8-987-430-02-45. В компанию требуются водители категории С, Е, ДОПОК обязателен. Телефон 8-905-889-08-88. В поселок Саракташ требуется продавец. Телефон 8-986-790-31-33. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Телефон 25-75-78. В строительную компанию требуются водители категории С на автомобиль Исузу, а также водители категории С, Е на Тонар. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 230161. В проектную организацию требуется руководитель группы изысканий, ведущий инженер-проектировщик, инженер-проектировщик, инженер-геодезист, а также инженер-эколог. Оплата достойная. Телефон 35-18-21. Требуется менеджер по работе с юрлицами. Зарплата высокая. Телефон 92-12-20. В строительную компанию требуются монтажники НВФ и ЖБИ, сварщики и стропольщики. Телефон 230161. В строительную организацию требуется инженер по технике безопасности. Звонить 427-888. В организацию требуется почтальон-курьер. Телефон 500-802. Требуются охранники. Телефон 8-919-619-62-22. В строительную организацию требуются монтажники, электрогазосварщики, а также инженер ПТО. Работа в Оренбурге и по области. Телефон 8-987-785-44-21. Требуются уборщики помещений. Телефон 37-27-67. В поселок Карачи требуется продавец. Телефон 970-078.
В управляющую компанию требуется дворник и уборщица. Звонить 43 80 38. Требуются охранники. Телефон 96 48 86. В ЖКХ требуется слесарь-сантехник. Звонить 90 72 40. В управляющую компанию требуются дворник и слесарь-сантехник. Зарплата при собеседовании. Телефон 48 22 33. Требуются лицензированные охранники. Зарплата от 21 тысячи рублей. Звонить 8 987 798 70 98. Полк патрульно-постовой службы полиции МВД России Оренбургская приглашает на службу мужчин до 50 лет, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации и имеющих образование не ниже среднего общего. Обращаться по адресу: город Оренбург, улица Гая, 17, или по телефонам 790858 и 790865. Военная служба по контракту для мужчин и женщин от 18 до 60 лет, в отдельных случаях до 65. Для заключивших контракт действуют соцгарантии и льготы. Единовременная выплата 195 тысяч рублей и 50 тысяч рублей от правительства Оренбургской области. От 204 тысяч рублей в месяц для проходящих службу в районе СВО и от 50 тысяч рублей вне зоны СВО. Ежегодное обследование, лечение, реабилитация, служебное жилье, льготная военная ипотека, бесплатный проезд, а также бесплатное обучение в вузах. Обращаться по адресу: город Оренбург, улица Терешковой, 245/3, или по телефонам 78-40-51 и 8-969-747-03-73. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.